Городские парламентарии вновь меняют параметры бюджета. На очередном пленарном заседании законотворцы приняли решение добавить денег общественным организациям, немного увеличить финансирование программ по благоустройству и территориальному планированию. Единогласно решено выделить деньги на строительство второго этапа западного обхода. С началом сезона стартуют работы по возведению дороги, соединяющей улицы Минскую и Фрунзе. В этом году планируем завершить строительство нашего детского технопарка, который может, в общем, стать таким очень серьезным проектом по развитию новых инновационных проектов в нашем городе среди молодежи. Поскольку дорожные вопросы все чаще на повестке дня, городские депутаты создали транспортный комитет. На планерке выбрали председателя. Им стал почетный строитель России и единорос Николай Натурин. Новообразованный комитет под управлением депутата-предпринимателя займется вопросами транспортного обслуживания населения, контролем за работой общественных троллейбусов и автобусов.